Благодаря сознательным и мечам еще на одного пьяного водителя на дорогах стало меньше. Горожане задержали таксиста на улице Ленина. Молодые люди обратили внимание на подъехавший автомобиль «Рено Логан» таксомоторной компании, из-за руля которого вышел мужчина с явными признаками опьянения. Водитель закрыл машину и попытался скрыться от группы неравнодушных граждан, но был настигнут и задержан до приезда сотрудников ДПС. Как сообщают очевидцы, нарушитель отказался пройти медицинское свидетельствование. Также, по информации автоинспекторов, он был лишен права на управление транспортными средствами. Кстати, судя по марке, цвету и номеру телефона на машинах принадлежали такси одной и той же компании. Уважаемый, ты пьяный, стол. Уходит, уходит. Смотри, смотри. Стой, стой, дружище.